Новость со знаком плюс. Из Бурятии там появился 33-метровый Будда. Его высекли на скале. Сделали это для защиты России. Он не только получит звание самого большого изображения Будды в стране, но и войдет в список самых больших Будд во всем мире. Новая святыня появилась в Бурятии, в 200 километрах от Байкала. И, кстати, Будда смотрит в сторону Москвы и других крупных российских городов. По замыслу лам, он будет защищать страну от катаклизмов и бед, принесет мир и гармонию, а также люди станут меньше болеть. Создание статуи именно Будды Шакьямуни не случайно. Будда Шакьямуни – это ни с чем не сравнимое безграничное лекарство от болезней, наших омрачений и страданий. Этот образ Будды станет символом объединения, символом того, что буддийское учение, дхарма, которую 2500 лет назад даровал Будда, и сейчас пребывает в нашем мире. И я уверен, что создание этого уникального памятника станет великим благом для нашей страны. Осуществить замысел, кстати, удалось достаточно быстро. Нашлись и спонсоры, и мастера, и художники. Местные жители тоже активно помогали при строительстве. Образ Будды сделали максимально величественным, но с минимальным воздействием на природу. Высекать полноценную статую или барельеф не стали. Лишь сняли верхний слой породы, нанесли контуры и расписали краской. На освящение пришли около 4000 человек. С площади советов паломников бесплатно возили 80 автобусов. Thank you.